Дорогие мои девочки, мои любительницы вязания, мои домашние мастерицы и все, кто решил ко мне заглянуть на канал. С вами канал вязания, я Вера Бармова. Мы приступаем к вязанию наших двойных носков. И что нам, вам, вернее, надо для начала вязания носков этих? Во-первых, рассчитать количество петель. Здесь, как вы понимаете, носок двойной, и количество петель, значит, должно быть удвоено в два раза. Допустим, так, если вы вяжете на 4 спицах, и вы знаете, что на одной спице у вас примерно набирается 8 петель. Ну, примерно, да, у кого-то 10, у кого-то 12. Опять же, зависит от толщины пряжи и размера вашего носка. Итак, если вы уже вязали свои носки и знаете размер, уже знаете эту пряжу, с которой вы вязали, и вы уже рассчитали все петли, у вас получается, что на одной спице вы набираете 8 петель. На 4 спицах, значит, вы увеличиваете ее до 4, и получается 32 петли на 4 спицах. То в двойных носках, в этих двойных носках, как вы понимаете, надо набирать количество петель в 2 раза больше. Если вы набираете на одинарные носки 32 петли, то на двойных носках надо набирать 64 петли. Из них получится, что 32 петли будут красного цвета и 32 петли темного цвета. Ну, в данном случае у меня. Вы, конечно, делаете это по своим параметрам, да, по своим размерам. Итак, набор идет здесь итальянский способ. И сейчас мы приступим для набора петель. Итак, берем две нити, одну темную, одну светлую. Ну, в данном случае у меня, вы там сами смотрите, какие нитки вы будете использовать. Делаем узелок. Беру спицу длинную, чуть-чуть толще, чем спицы, которым я буду вязать, для того, чтобы было удобнее. И начинаем набор петель итальянским способом. То есть заводим спицу под пряжу с этой стороны. Так, вот это, наверное, что-то не мешало. Итак, заводим спицу, поворачиваем и начинаем набор петель. И считаем. Одна петля. Я уже пока вот эту вот первую не считаете. Это как бы будет у нас соединительная петля. Итак, одна петля красного цвета. Теперь, извиняюсь, телефон звенит. Итак, извиняюсь, нас отвлек телефон. Я его отключила, чтобы он не мешал. Итак, две нити соединили узелком. Заводим спицу сзади и начинаем набор петель. Сначала делаем снизу, потом верхнюю. Одна петля. Петля получилась красная. Теперь нам надо набирать, чтобы петелька была темная. То есть будем чередовать. Одна красная, одна темная. Теперь, чтобы набрать темную петельку, мы под красную подхватываем, перекрещиваем, заводим под темную. И, пожалуйста, у нас темная петелька. Теперь нам надо красную. Значит, мы возвращаемся опять под темную. Затем подхватываем красную, перекручиваем, получается красная петля. Дальше опять надо темную. Также с красной нитки начинаем. Красная, темная получилась. Опять нужна красная нитка. Значит, у нас здесь темная. Также под темную подхватываем спицу, затем красную и возвращаем ее на место. Таким образом, мы набираем 64 петли. 32 красные должны быть и 32 должны быть темные. Темная. Красная. Очень легко запомнить, девочки. Вот красная петля у вас, значит, под красную нитку и захватываете. И потом под темную и возвращаетесь. Теперь нам нужна красная петля. Но у нас здесь темная была. Значит, под темную и заводим спицу. Затем под красную и возвращаемся. И таким образом
считаем и набираем 64 петли. Вот эту первую петельку мы не считаем, она будет соединительная. Пойдем отсюда. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И пошли. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Если, допустим, вы остановитесь для того, чтобы перетянуть наши петельки в сторонку, то, естественно, всегда можно вспомнить, какую надо пряжу набирать на спицу. Тут темная нитка. Значит, под темную получим красную. И пошли таким образом набирать количество своих петель. До последней петли, то есть вы набираете, сейчас должны последнюю петлю набрать, то нам надо сделать так, чтобы петли в конце не распускались. Поэтому последняя петелька набирается тем же самым способом, который мы обычно привыкли набирать. То есть подхватываем и затягиваем. Это последняя наша петля. Здесь у нас уже петельки не распустятся. Теперь все эти петельки аккуратненько складываем, чтобы они у нас не перекрутились. Получилась зебра. Поворачиваем на лицевую сторону, вернее на изнаночную сторону. И теперь нам надо все эти петли распределить на спицы. На 4 спицы. Получается, если мы посчитали, что на одной спице у нас по 8 петель, а двойные это будет 16 петель, значит мы перекидываем. Вот 1, 2, 3, 4, 5. Вот здесь вот немножко, конечно, будет у нас нестыковочка красненькая, но ничего страшного. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16. Ну, можно проверить, да? Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 16, так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вот, набрали. Теперь берем следующую спицу и делаем то же самое. Перекидываем на эту спицу. Итак, мы распределяем все петли на 4 спицы. В конце у нас одна петелька будет лишняя, потому что здесь была соединительная. Получится, на четвертой спице у вас будет на одну петельку больше. Когда распределили все петли на спицы, получается вот таким образом. Аккуратненько постарайтесь, чтобы все петельки смотрели в одну сторону. И теперь вот здесь у нас была крайняя петля, и вот здесь вот одна лишняя петля, да, там где был узелок. Надо их соединить вместе, то есть с одной сделать две, чтобы наше изделие замкнуть в круг. Вот таким образом. И теперь мы начинаем вязать наше полотно. Если у кого-то есть такое приспособление, очень хорошо, девочки, очень здорово помогает. Но если нету, то уж как-нибудь там, девчонки, сами разберетесь, да? Ну, это типа как наперсток для джакарда. Я, правда, очень им не очень люблю пользоваться, но все-таки именно вот в этих носках немножко приловчилась. Итак, теперь надо посмотреть, какая петелька у вас первая идет, лицевая или изнаночная. Вот здесь вот, вот в этом месте, вот хорошо видно, если сфокусируется, вот это вот изнаночная петля, вот красная у меня, а вот темная это лицевая. Значит, вот это вот будет первая изнаночная петля у меня. Ну, может быть, у вас там немножко по-другому будет,
какие петли первые изнаночные, а какие лицевые. Вот посмотрите еще раз хорошо. Вот это вот, видите, сверху, это изнаночная петля. Вот, поэтому первая петля изнаночная. Значит, две нитки наши, и темную, и красную, я перекидываю перед работой. Подхватываю первую петлю и красной пряжей провязываю первую изнаночную петельку. Затем завожу наши нитки, обе нитки назад, и темной пряжей вяжу первую лицевую петлю. Дальше опять идет изнаночная. Значит, две нитки вперед. Подхватываю красную петельку, подхватываю красную пряжу и провязываю изнаночную петлю. Завожу пряжу назад за работу. Темная петля, темная ниточка. Вяжу лицевую петельку. Я специально показываю очень медленно, девочки. Опять идет изнаночная. Значит, две нитки вперед. Подхватываем красную петельку, красную пряжу, вяжем изнаночную петлю. Опять нитки назад, темная пряжа, лицевая петля, изнаночная, лицевая. Первый ряд очень надо аккуратно вязать, внимательно, чтобы ниточки наши не потерялись, петельки не спустились, чтобы все было замечательно. Итак, мы провязываем все 4 спицы таким образом. Вот так вот. То есть провязываем одну спицу, потом переходим на другую. Это получается как тот же самый носок, только вы вяжете отдельно, как бы красная нитка идет и отдельно темная нитка. Два носка одновременно получается. В принципе, они получаются потом двойные. Вот так вот изнаночные. Беру эту петельку. Видите, все такое пока еще шаткое, все такое зыбкое. Ну, все-таки аккуратненько, аккуратненько. Легче всего сделать так, чтобы у вас первая петля на последующей спице всегда была лицевой. Тогда будет удобнее вязать, девчонки. Итак, лицевая, изнаночная, опять лицевая, изнаночная. В общем, таким образом провязываем все 4 наши спицы. Вот так вот. После того, как вы провяжете первый круг, девочки, вы переходите на второй круг, на третий, на четвертый и так далее. Таким же самым образом вы вяжете все по кругу, не меняя движения своих. Одна лицевая петля красного цвета, допустим, да, там изнаночная, там темного цвета, или наоборот, как у вас она идет, как вы связали свой первый ряд, круговой ряд на этих спицах свои ниточки. Также вы будете просто перед камерой, очень неудобно мне пока держать свое изделие, поэтому я вот так вот, девочки. И теперь вот как вы, говорю, начали первый свой круг вязать, так вы все и вяжете по кругу. И я буду потихоньку, пока я говорю, все это такое все зыбкое, все такое шаткое, еще не сформированное. Поэтому все это пока выскакивает из пальцев, пока это все держится на честном слове, пока уже не свяжется определенная там высота или длина нашего носка, она пока все это будет как бы, если вам неудобно, допустим, сколько там петелек, можно вот с одной спицы перебрасывать на другую. Здесь ничего такого нету. Можете вязать по кругу, на круговых спицах. Главное, вот первый ряд свой распределите. Да? Вот все эти петельки, все это провяжете, посмотрите, все ли у вас правильно, все ли у вас там нормально, не пропустили ли вы где-то петлю какую-то, да, там все. И уже когда вы будете уверены, что у вас уже вязание все отлаженное, можете переходить или на 4 спицы можете вязать, можете на круговых спицах вязать, тут уже кому как удобно будет, девчонки. Главное, вот первые вот эти вот ряд, первые пару рядов сделать все аккуратненько, красиво, и потом уже смело садиться спокойно возле телевизора, смотреть свой любимый сериал и потихонечку вязать.
Хотела спросить девчонки. Говорят, есть такая поговорка, что ли, вязальщицы не смотрят сериалы, они их слушают. Не подскажете, какие сериалы вы слушаете во время вязания? Просто интересно. Чем вы увлекаетесь? Можете мне написать, какие любимые ваши сериалы или какие-то любимые фильмы. Я тоже с удовольствием по вашей подсказочке тоже гляну, посмотрю, какие сериалы вы смотрите. Тоже хочу оценить. Может быть, что-нибудь у вас есть интересненькое. Ну что ж, вот, дорогие девочки, давайте тут еще довяжу вот этот один рядок. Вот, в принципе, да, вот весь секрет такого кругового вязания, вот этого двойного полотна. Это не английская резинка двойная, которая, да, есть там. Там совсем по-другому вяжется. Это не вязание в стиле бриош. Там девочка написала одна, что может быть носки в стиле бриош. Нет, это не в стиле бриош. Это двойное полотно, девчонки. Это совсем-совсем другое. В стиле бриош это тоже идет типа английская резинка с накидом двойная, да, но бриош, она не двойное полотно, она просто вяжется двойной ниткой. Но оно одинарное, оно как наш носок, не раскрывается вот этот вот бриош. То есть это будет единое полотно, двухцветное. То есть на одной стороне там белый, допустим, светлый, да, фон, на другой темный. Это да, но это не двойное будет полотно. Это будет просто в стиле бриош. Это типа английская резинка. И вот так вот вяжется. Я тут немножко просто петли перекинула, чтобы здесь вот, где вот стык, вот этого не было. Вот, кстати, насчет вот этой последней. Вот когда вы носок довяжете, потом можете спокойно распустить вот этот узелок. Потом вот эти ниточки аккуратненько заправить вовнутрь. Вот это, чтобы вот это не торчало. И ваше изделие будет выглядеть симпатично. Так, сейчас перекинем еще одну изнаночную сюда, чтобы была. И следующий ряд буду уже начинать с лицевой петли. Вот видите, да, вот этот вот узелок, потом все это спрячется. Так вот, насчет бриоша. Бриош вяжется по-другому. Там две нитки тоже, но у них нету вот такого двойного полотна, то есть как у нас вот нету так такого бриоши нету, у нас двойное полотно, это совсем другой стиль вязания, то есть носок наш двойной, что здесь вывернуть его можно, он тоже как бы двухсторонний, но он двойной, девчонки, двойной, два полотна у него, вот два полотна. Понимаете, это совсем другое немножко. Ну вот, да, вот такое получилось с этой стороны. Ну, конечно, толстый, теплый. Вообще-то, мне, знаете, мне понравилось. В следующий раз я свяжу себе носки точно таким же способом, только чуть-чуть подлиннее такие, знаете, вот такие вот. Чтобы были такие, знаете, как валенки. Вот так. В общем, вот, это двойные носки. Теперь я вяжу, вот у меня, значит, полотно мое, я вяжу вот до сюда. Тут пыталась сделать некоторые рисунки, как посмотреть бы, да, что из этого получится. И в то же время сделала специально, потому что, чтобы наши носки все-таки двойное полотно было немножко сцеплено, чтобы не разъезжались в разные стороны, да, как бы. Какой-то кругляшок, тут квадратик, просто попробовала. Вот видите, он как бы чтобы сцеплено было, и потом это двойное полотно не гуляло туда-сюда, когда носок одеваешь, потом его снимаешь, и чтобы это ниже, внутреннее полотно не вытягивалось вместе с ногой, чтобы оно не вытягивалось. Поэтому местами все-таки нитку я цепляла, чтобы двойное полотно наше было немножко сцеплено. Ну, естественно, здесь на носке вот здесь, когда мысок закрыла, тоже две нитки разные, темную, светлую, красную. Я их сцепила вместе, чтобы и носок здесь завязала, чтобы тоже внутренняя часть носка, она не вылазила наружу. То есть, когда носок снимаешь, чтобы эта внутренняя часть вот эта вот не вылазила вместе с ногой. Итак, девочки,
вяжу, значит, до этой части, ну и потом покажу, как вязала немножко эти рисуночки. Если вы поймете смысл вязания этих рисунков, то вы можете уже потом сами найти какую-нибудь схему в интернете и уже потом вязать какие-то другие рисунки. Я не стала сильно усложнять себе работу. Просто я поняла, как вязать эти рисунки. Немножко, конечно, тут надо будет внимательность, петельки считать, не отвлекаться куда-то там. А в принципе, можно вязать и даже какие-то типа жаккардовых узоров. Можно. Таким двойным полотном вязать можно. Но это надо быть очень внимательным, очень аккуратным. Не пропускать ни одну петельку. Иначе еще один момент. Если ошибетесь и вам придется распустить, а потом заново собирать на спице, не пропустите петли. То есть, это вот мой совет вам, девчонки, все-таки кто-то досмотрит мой ролик, я надеюсь, будет это ему в пользу. Потому что распускать, возможно, придется, потому что я тоже распускала. И вот, когда вы распустите и до того места, где вам надо будет исправить, и потом вот запомните, как у вас лежали петли. Если у меня первая красная, потом темная, красная, темная на спице, значит, так и надо набирать одну лицевая красная, темная, изнаночной. Лицевая красная, темная, изнаночной. То есть не путайте их местами. Если вы один раз неправильно соберете обратно нитки на свою спицу, то полотно у вас перекосится, и, может быть, вообще не знаю, что получится. Поэтому будьте внимательны, постарайтесь не ошибиться, но если все-таки какая-то ошибка будет, и вы распустите, и потом заново будете собирать петельки на спицы, то, пожалуйста, не ошибитесь в этот момент. С какой вы первой петли начинали, значит, та петелька и поднимается. И запомните, что они у вас всегда идут парные. То есть петли лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, они у вас всегда парные, хотя здесь лицевая. Внутренней стороне-то она тоже лицевая, но мы-то вяжем как ее изнаночную, правильно? Поэтому, девчонки, будьте внимательны, постарайтесь не ошибаться для того, чтобы не распускать. Ну все, на этом пока все. Первая часть закончена. Потом будет, значит, вторая часть. Я покажу, как связала вот эти рисуночки. Потом будет, значит, как пятка. Ну и последняя часть будет закрытие носка. Ну что ж, пока приступайте, начинайте вязать. И увидимся в следующем ролике. Всем пока-пока. С вами был канал вязания и я Вера Барман.